Добрый день. Скажите, пожалуйста, что это за установка? Это современная разработка южнокорейская. Магнитно-резонансный томограф мощностью магнитного поля на 32 Тесла. Он считается спокойным. Хорошее современное оборудование, которое позволяет достаточно высокоточно, позволяет установить какие-то отклонения от нормы преследования головного мозга, сосудистых каких-то патологий, позвоночника, малый таз, и суставы. Востребована ли эта диагностика? Очень востребована, да. Запись у нас уже февраль месяц. То есть сейчас, вот на сегодняшний день, ее даже приостановили, потому что надо определяться с выпусками, с графиком, то есть... Хорошо, спасибо большое.